пишем. Егор, что скажешь по сегодняшнему матчу? 4-1, наверняка настроение сейчас превосходное. Конечно, настроение хорошее, выиграли. Забили хорошие мячи, команда хорошо поработала, все молодцы, в принципе. Что скажешь об уровне сопротивления Новосибирска и как тебе игра сама, если чуть немного раскрыть? Ну, мы молодцы, в принципе, у нас уже видим прогресс за эти сборы. Не хочется, конечно, уровень команды занижать, но они тоже молодцы. Чувствовался уровень уже, ну, мужской. До этого играли там помладше были команды, вот. Поэтому было немного посложнее, но все равно мы молодцы, справились с этим. Как команда смогла отреагировать на пропущенный мяч? И что изменили в своей игре, чтобы переломить эту игру? Да, нормально отнеслись. У нас по ходу сезона было много таких ситуаций, но в перерыве мы были уверены, что забьем и дожмем, потому что, ну, показываем хороший футбол. Как бы тут фу не сглазить это. Четыре гола – это следствие того, что команда играет такой атакующий футбол и много создает моментов. Ну да, у нас на протяжении всего матча был активный прессинг, и благодаря нему забили, по-моему, парочку голов точно уж. Спасибо большое. Спасибо.